Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Джек Шепард и я, Артур. Всем привет. Мы продолжаем играть в Halo ODST, и мы находимся в Нью-Мамбасе. После бомбежки мы играем за Бака и за Бака номер два, судя по всему. Мы спасаем нашу капитаншу, упали на капсулах после ядерного взрыва, у нас раскидало по городу. На ядерной, искал капсуле? Да. Потому что вы уставший. Короче, на капсулах высадки мы после ударной волны нас раскидало по городу. И нам нужно найти девушку, которая является нашим командиром. И кроме того, наш герой к ней неровно дышит. И кроме того, в таком случае мы выясним, мы увидели в предыдущей серии шлем, ввороченный в стену. Именно сейчас мы узнаем, как это и произошло. Это небольшой такой флешбэк по игре. Так что давай двигаться Хорошо. Дальше и искать. А у тебя, смотри, у тебя с глушаком, да, пушка? Да. Тебе такую дали. Ну, в данном случае моя, честно говоря, лучше подходит. Спецназ. Так, еще товарищи. Здесь Или у людей это идет. У людей пока что идет военная операция, когда мы уже играем за руки, мы уже видим, что все гораздо хуже. И живых практически никого не осталось. Так, там какая-то война пошла. Ага. Ой, у меня там какая-то окошко вылезло, если кто-нибудь видит. Ну, я думаю, никто не видит, но если кто-нибудь видит, простите. Народ порубало здесь. Ты посмотри. Так, о, бруты пришли. Вали их, к чертовой матери. Я в кого-то попал, и ты, короче. О, один улетел вообще. Так, на левом щит снесен. Добивай, добивай их. Давай, я первого добил. Куда ты делся? Скотина уходит. А, вот добей он. Его. Ох, я все, его все, втащил. Все. Я, ух. Чё ты? Я случайно взорвал тебя, походу. Да нет, я тут. Ладно. Не знаю, я отвлекся, я пока закрывал свое окошко, это. Если что, то была моя ошибка, капитан. Don't worry, Shepard. Вот эта пушка, на которой я стою, она крайне неплоха, кстати говоря. Это элитовский такой автомат. Ну, пока что, я думаю, тебе не нужна она. Ну. Хотя, в принципе, я его возьму вместо пистолета, потому что это, я думаю, будет лучше. Так, хорошо, погнали. Что тут у нас? Обычные бруты. Самые маленькие противные твари. Такие. У них голос тогда. Они этого Мастер Чифа называют такие. О, Димен. Такие. Димен. Ты посмотри, сколько их там. Там пулеметная вышка еще стоит, по-моему. И там еще высаживается. Офигеть кто. Крепление у них. Ага. А у меня патроны кончаются. Так, я здесь сбоку обхожу пока. Давай я пока огонь по ним веду. Так, тихо, тихо. Вот, все, сбил щит. Да дохни ты. Все. О, все, турель пошла. Так, турель. Граната вошла? Нет, не вошла. Но я напугал, по крайней мере. Так, пока он отбежал, я сюда подошел. Давай я отвлекаю их огнем. Да все, он мертвый же. Все, хорошо. Так, ну вдвоем, конечно, это все попроще. Я помню, вот начало вот играл, когда там одному, блин, тут обходить все это. Так, Джек Шепард. А, это за нами тут, я думаю, кто это такой еще. Ну, какие-то левые ребят. Привет, как тебе мой калибр? Классный. Ты посмотри. Ты куда с таким собрался? Да нормально, это тут на этих носочках стоял, и я ее оторвал. Будет у меня, следующую тебе подарим. Что ж без дела так стоит, да? Ну да, пропадать еще будет. Короче, город весь, похоже, попал чисто из-за того, что тут автоблокировка стоит на случай ЧП. Видишь, вот такие вот вышли эти, и движение все сковано было, и народ такой, окей, мы все умрем. Здесь он бой был, народ толпами лежит. О, ребят со щитом. Так, ну я думаю, по стелсу у нас тут не сильно получится. Первый отъехал. И второй отъехал. Там еще. Там какой-то снайпер, судя по прицелам. Или что-то в этом духе. Так, а тут, похоже, обход какой-то. Все-таки friendly fire не включил, вернее, работает. Работает, да? Да, ты если что по мне попадаешь, там ничего. Окей.
Ой, снайпер. Так, я здесь куда-то ушел. Блин, бросил тебя. Зато здесь есть аптечка. Так, я где-то под тобой, да, и да, там, да, судя по всему, что-то есть. Что там? Что ты видишь? Я пока в лоб пойду, я не знаю, что это. И мне норм. Честно говоря. О, граната. Ох, сколько их тут было. Ну, давай покажись. Офигеть, это ты мелочи? Короче, как-то так. Никого не останется, а, два на один. Где-то шепчется. А вот. До свидания. Здрасте, приехали. Блин, 38 патронов. Блин, он живой еще? А я тут уже отдыхиваться начал. Так, окей. Это что? Сколько тут всякого оружия у них, а? То насчет оружия у них вообще нормально. Так, блин. Куда там поднялся? А тут товарищ один сидит, я у него сейчас снайперку заберу, походу. Там внизу еще одна такая же лежит. Ага. Ты это все. Там же патронов мало, 30 чем-то. 33. Но я хотя бы посмотрю, что это вообще. Блин, падать так не надо. Ах. Мы, кстати, уровень сложности забыли поднять. Ну, в принципе, пока хватает, ты удосучишься, а я тоже давно не играл. Ты у нас по DualShock больше привык, насколько я помню. Да. Дверь, говорит, где-то здесь должна быть. Переключатель. Так, хорошо. Готовимся кого-то принимать, нет? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Там перестрелка. Да, не сказать, что все очень плохо, все нормально. Только народ весь перемер. Вот это разброс. Да, с такого расстояния с нее не так, особо там постреляешь. Ребята как-то сильно меня бьют. Так, ладно, я справа обойду. Давай, я тут пока. Хорошо. Там что-то народу пипец сколько. Товарищ щит уронили. И самого товарища уронили. Ой, куда ты попал-то? Нормально, сейчас выберешься. Так. Блин, тут мертвые. Мертвые монстры. Ходит там где-то ежик в тумане. Ты кругом мертвый монстр. С моей стороны все зачищено. Не знаю, как там. А вот тут у нас товарищ еще один. А вот все, я понял, где. Блин, там офигеть, сколько всего. Очень неплохой был. Ой, тут какие товарищи бегут. Бруты. Спустились с моста. В больших количествах. Да падай ты уже. Need assistance. Помогаю. Снял. Мне маленько прийти в себя нужно. О, как он удачно здесь стоит. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Нормально. Справляемся. Справляемся, Джек Шепард. Может, у него скоро щит снимется? Ну-ка, граната. Хорошо. Так он уже мертвый был, по-моему, нет? Я не видел, он за укрытием был. Мы хорошо обходим с разных сторон, так что у них шансов особо нет. Так, смотри, от гранаты убегают. Сразу видно интеллект. Беги, Джек Шепард, беги, куда глаза глядят. Ой-ой-ой, это что такое? Там хантеры идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я на первых порах просто, короче, посмотрю, как ты будешь что с ними делать. Я-то уже знаю, как бы опыт есть. Вот, тут снайперка есть. Твою мать. Короче, Джек Шепард, в лоб их бить бесполезно. Им нужно заходить за спину, и у них на спине есть как, ну, слабое окей. место. Я думаю, разделимся, да? Я думаю, нужно, чтобы, допустим, я их отвлекал, а ты в спину стрелял, или наоборот. Давай я буду их отвлекать. Для Эй, парни, я прям здесь.
Одному вот это вот в кооперативе. Вообще игра, по сути, на кооператив рассчитана. Ну, как и все части. Они машину могут ломать. Они только что могут. Хрена себе. Джек Шепард. Эй, ребятки, я здесь, я прям здесь. Работает. Пацаны. Как там наша тактика? Тактика пока ушла вообще в мусор. Вот-вот-вот, давай, он прям на меня смотрит. Приятель. Я не могу. Давай. Я, короче, не могу пока твоего отвлекать, потому что... Мне нужна твоя помощь. Все очень плохо. Тут летает машина, Джек Шепард. Джек Шепард, беги наверх. Джек Шепард, перегруппируемся наверху. Не, ну ты просто быстро бегаешь и так. А, то есть без ускорения. Да. Все, Джек Шепард, отдыхаем. Я тебе скажу, мне это не нравится. Короче. Что делаем? Ты посмотри. О, дробовик, смотри. Да. Я бы взял, ну, потому бери. Что у меня снайперка. Да. У тебя снайперка? Как красиво. Да, но на ней патронов нет. Можешь взять, может, не держит. Ну, тогда ладно, не надо. Короче, надо как-то их обойти со спины, блин. Вот здесь вот хороший лаз есть. Пойдем посмотрим. Музыка просто супер. Так, ну чё? Окей. Так, где эти ребята? Вон они. Ага, вот, говорит, эти ребята. Не-не-не, Дэвид. Давай ты как-нибудь на мостом, и я их сюда выманю, ты сзади спрыгнешь. Они уже знают. Окей. Они что-то знают. Да. Короче, пострелю по товарищам, да. Я не могу в спину им даже попасть. Что-то я совсем уломил. Вот они на меня смотрят. Одному чуть-чуть вошло, но я так долго его буду стрелять. Нет, одного кончил, все. Минус один, а второй идет меня убивать. Вижу, вижу. О, хорошо. Получай заряд, братишка. Все, готово. Хорошо. Окей, тимворк. Е-е-е. Осторожно, там еще одна турель. Дробовик, я тебе скажу, работает просто на ура. Нормально, да. Чекпоинт, yes, АБХСС. Все очень круто. Справились. Ну да. Ну я говорю, надо будет, сейчас мы забыли, надо будет перед следующей серией сложность чуть-чуть повысить, потому что пока что вот такая сложность, она на сингл. Вдвоем тут довольно легко пока жить. Надо маленькую сложность. Ты забрал пушку. А, ну сейчас я ее тебе отдам. Надо же. С нет, Новым нет. годом! Ага, ну давай. Пушка Чака. Слушай, прикольно. А, то есть я не могу ее, да. В смысле, что не можешь? Ну, если я ее как бы... Не могу, в общем, на спину ее себе закинуть. Нет, не можешь, держать. Да. Так, что-то мы, похоже, подходим. То оно пониже тут, под нами. Пятый уровень это у нас. Да, вон наш турель, ее обстреливают. Так, хорошо, думаю, нужно найти. Не найдем. Сейчас найдем, не волнуйся. А вот и путь вниз. А нет, смотри, тут по сути спуск-то. А, вот есть, все нормально. Джек Шепард, я подхожу. Давай. Я думаю, я тебя смогу отсюда поприкрывать. Окей. Тихо. Так, хорошо, она тут, надеюсь. Я ее открываю. Я здесь. Сейчас спасу. Ну, пусто. Какого? Нормально. А вот, собственно, этот Дейр. Шлем которого был в стену вбит. Так спрятался. Окей. Это что за херня была? Видел таких когда-нибудь? Эй, Ромео.
Наушники надел? А, я понял. Разрешение говорить. Видимо, как не так открыл. Не знаю, что это было. Слышал что-нибудь от Мики? Отдача? Нет. Насчет руки что? Нужно выбраться отсюда, связаться с сетью. Один из наших дронов должен был все видеть. Все, что теперь меня волнует, это найти своих людей и выбраться из города. Даже тебя вытащить. Окей. Этот Ромео у него спросил, а что, говорит, где вообще эта дама? Ты вообще знаешь, говорит, что-нибудь ее миссии? Типа, зачем она тут? Он говорит, нет, все, что меня волнует, это, говорит, выбраться из города надо. Блин, как-то я не успеваю тут переводить. Наверное, это потому что мы... Ты понял. Да. В общем, такой небольшой флешбэк, а мы продолжаем выбираться из оккупированного города. Опять возвращается дождь, темнота, януар. Музыка такая. Так, хорошо, ты в соседней комнате, включаю ночное зрение. Открываем визор, и нам нужно двигаться. Ой, нам далековато нужно двигаться, офигеть. Ох, офигеть. Путь долгий. Путь очень долгий. Так, сейчас, подожди. Угу. Ну, в принципе, он и так отображается. 600 метров, по сути, идти не так уж и далеко, но ощутимо. Что теперь написано на стене? Теперь все очень плохо. Но мы это исправим. Вот такой музончик. Просто, ох. Хорошо, братюнь, мы выберемся из этого города. Слушай, я так чувствую, после наших кооперативов по Halo я влюблюсь в эту игру. Офигенно. Ну вот после этой серии у меня, в принципе, на канале такие вот неномерные пройдены, Рич. Потом вот этот последний, четвертый, который, честно говоря, вообще... Тихо. А там первую, вторую, третью, первую, то есть пройдем Anniversary Edition, которая это ремейк с современной графикой. Да. Вторую на ПК, судя по всему, потому что на Xbox ее сейчас нереально достать, особенно в нашем регионе. А третью пройдем опять на Xbox. Так что вот такие дела, товарищи зрители. Это приключения вас ожидают интересно и долго. Да. Так, я, пожалуй, возьму винтовку. А, ты ее взял, да? Нет, я рядом прошел. Возможно, я патроны взял себе. Ты патроны взял, она исчезла. Ну ладно, да, хорошо. Нормально. Так, хорошо, как нам пройти туда? Это нам получается... офигеть. Короче, найдем дорогу. Давай. Мы сможем. Здесь просто не отображается на карте, насколько я понял. Так, у тебя что там со здоровьем? Нормально? У меня полно. Думаю, все хорошо. Ну, если дверь откроется, сейчас вроде как она должна открыться. Так, новый район. Что-то здесь с потолка торчит. Проводка какая-то. А тут что? Ох, двери закрылись, я уж думал. Ну да. Кто-то к нам пришел. Ну, с кантерами было прикольно, да? Ага. Я вот не ожидал совершенно такой музыки в этой игре. Ну да, вот тут интересная атмосфера такая. Так, нас заметили. Чек-чек, ага. Ты спалился. Так, ты стреляй, я сейчас сверху их обойду из шотгана. Ой. Это что-то хрень... там к тебе летит. Эта хрень, она дает им щит, насколько я понял. Поэтому ее первым делом надо убивать. Что у меня, честно говоря, пока вообще никак не получается. Они с таким щитом, что-то какие-то вообще, что ли, непробиваемые. Так, давай тогда по ней стрелять. Давай, только у меня все оружие недальнобойное. А их. Во, давай теперь долби, у нее щита нет. Вот. Ну у меня перезарядка. Все, отлично. Все, отъехало. А теперь ломаем касатиков. Не. Так, мне пора менять пушку. Ой, они еще прыгать так могут. Ну да. И они еще тебя могут дарить.
А ближний бой какой-нибудь есть? Кнопка Б. Смотри, смотри, Джек Шепард. Хорошо. Ага. Понял. Командир. Так. Простите, это персик. Персик тебя прощает. Да. Так, в общем, теперь карта. Куда нам? Ну, у тебя же на этом, на радаре есть чекпоинт 444 метра еще. Я просто смотрю дорогу, и нам, судя по всему, обходить сейчас придется дофига. Ну, пока, в принципе, идем. Не знаю, если упремся в тупик, там уже думать будем. Так, враги. Ох, офигеть их там. Смотри, невидимка. Активный камуфляж, это круто. Свободен, паца. Лучай давай. Ох, с дробовика мне всадил кто-то. Ты там как, живой вообще? Я очень сильно ранен. Угу. Так, ну вот это неплохо. Ты куда пошел? Нашел. Я пытаюсь наверху здесь где-то выйти. Я, ну да, я там пробегал уже. Так, хорошо, налево или направо? Здесь, кстати говоря, есть нычки, оставленные для... Ух ты, подожди, ты что? Ну, ты уже подобрал. Оставленные для, собственно, бойцов UDST, местными жителями. Там можно найти разные пушки, транспорт. Но это нужно город досконально знать. Мы с тобой вообще пока не знаем. Идем по приборам. Ну да. Че за звуки? Не это, знаю. Это что-то было. С полу. Развилка. Куда идти? Вот видишь, вот там, и вот куда ты идешь, там небольшой коллектабл. То есть вот эти вот собираешь, и в итоге раскрывается история. Но если их все соберешь, только можно и услышать. Аудиофил. Хорошо. То есть вот это вот, которое ты на заднем фоне слышишь, это запись телефонного разговора одной местной девушки. Ну, сейчас уж мы не будем этим заниматься, потому что, ну, блин. Ну, это время займет долго. Угу. В общем, это рассказывается о том, как эта девушка пыталась выбраться из этого города, и в итоге у нее все вокруг погибали. Есть ощущение, что мы зашли куда-то не туда. Да, там, кстати говоря, нажимаешь Select, и тут показывает, что там да как. Поэтому так, смотри, корабль присел. Корабль? Угу. Ой, блин, пока я там этот, тут уже корабль. Так, хорошо. Аккуратненько. Офигеть их там. Уехал. Блин, там иглы кто-то. Летит. Это слепящая хрень. Меня не задело. Вот это вообще неплохо, я смотрю их. Угу. Ох, вот это хорошо проехал. Нормально. Так, давай помогу. Практически. Снял. Не осталось. Да. Так, проявляй, тебе не задел, да? Дали достижение. Не знаю, вот эта вот штука, которая у меня стреляет, она мало того, что иглы у нее такие более-менее. Так, к нам еще летят. Эти пушки на ней могут шарахать. Или она вообще полетела куда-то отсюда? Так, хорошо. Нам бы их оружие забрать. Ух ты, это что ж такое? Это вот у тебя такая пушка, ну, да, была? Да, я ее выкинул, там патрон один, по-моему, остался. Ага. Так, ну мы потихоньку подходим. В принципе, идем правильно. Да вроде бы не теряемся пока.
Ну да. И, так, кстати, это... еще одну будочку. Будочка, окей. Откуда мы пришли, там, в принципе, и нужно дальше идти. Оттуда, то есть, мы пройдем. Вторая запись. То есть, они, по сути, ничего не дают и были, по-моему, изданы отдельной книгой. Ну, сейчас уже, ладно, погнали. Но, в принципе, интересная история, так-то. Так, Джек Шепард, не туда. Там пока все закрыто. Да, там все закрыто. Вот как мы пришли с того входа и дальше, куда мы не дошли с тобой, туда двигаем. Птичечка. Ну, мне не надо, правда. Come on. Все, я пришел. Come on, руки. Блин, дома тут такие прикольные. Видишь кого-нибудь? Это пока тихо. Я вот из угла тут выглядываю такой. Ну, и мы, судя по всему, подошли. Нет, не подошли. Еще одну площадь надо будет пройти. Пока что вроде спокойно. Только там, по-моему, вдалеке что-то присутствует нехорошее. Вижу, бегут. Сейчас встретим. Ой, там стоят еще. Так, ладно, ты там пока постреливай, у меня тут все мимо ушло. Свой товарищ организовался. Еще. You beat will die. Ну, конечно. Ой, камикадзе! Уйди от меня. Ой, блин. Блин, там еще идут. Вижу. Тут по мне стрелял-то, а? И слышь, только такие смешки. Да вон гад один бегает, наверное, от тебя. Нет, у тебя там своя война. Да блин, ага. Тебе не хватило, что ли? Так типа, бежать! Ага. Гранат боятся. Ты посмотри. Нормально их запилили. Клево. Блин, крики такие с твоей стороны. Ну, так. Я взорвал одного из них. Окей. Так, ой, телефон вот этот вот. Все, закачать. Окей. Мне тоже сразу зашло. Ага. Так, если со здоровьем проблемы, здесь аптечка есть. О, дробовик. То, что нужно. Не знаю, мне вот эта пушка больше всего нравится. Вот эта вот брутовская. Она такая иглами стреляет, крутая. А это, ну, тоже ничего такая. Чё, Джек Шепард, готов? Двигаемся? Да. Come with me, if you want to live. Ooh, yeah. Так, ну мы, по сути, подходим. О, здесь как-то плохо народ кончил, я смотрю. Так, отлично. И чё дальше? Так, ну что, я открываю? Открывай. Она открыта, да? А я уж подумал, все, тупик. Это вроде спокойно. Там что-то горит. Вот на этой площадке, я думаю, надо быть поосторожнее, да? Это, походу, приземлилось что-то тут. Не особо удачно. Ну да, приземлилось. Так, ну хорошо, пойдем посмотрим. А, это здесь лифт был орбитальный, аплифт. Это, короче, такая хрень, она с орбитальной станции, лифт огромный, связан. Ага. И где-то здесь я слышу очередной маяк, слышу, это бррр такой. Я вижу оружие. Да, это оно. Это одно из оружия ODST. Кто-то из наших был здесь. Хорошо, попробую взять.
Это не оружие, это, похоже, блок наблюдения от этого самолета. Слышал, Микки? Что-нибудь о Микки, о даче? Нет. Нужно выбраться отсюда, связаться с сетью. Может, один из наших дронов что-то видел? Куда они упали? Ну и сейчас мы будем играть, за кого интересно. Сейчас увидим. Ну вот так вот и построена игра, короче. Наш герой мотается, шлындает по городу, пытается найти своих и одновременно находит вещи и флешбеки о том, как это вообще все происходило. А мы уже на финале. Дач, это помнишь в этом миссии Сиренити? Там здоровый был мужик такой, ну, в команде, наемник. Блин, я не помню, как его зовут просто. Джейн. Да, Джейн. Вот это он его озвучил. Это он, короче, да? Да. Это, по-моему, Болдуин. А, да-да-да-да-да. По внешности не сильно похож. Ну да. В отличие от Бака. Хорошая охота, ребята. А я по земле, говорит. Что за пушка у нас? Ну, эта пушка я знаю, но она, по-моему, дико-дико заряжается. Ты посмотри. Ну что, давай здесь завершим серию. Ну, давай, в принципе. В следующей серии у нас будет, насколько я понимаю, Call of Duty, потому что Дач, он, как и Джейн, он такой мясовый парень. Короче, понемножку побродили по городу, почистили во второй серии, а там, смотри, война идет, там ПВО отрабатывает, твоя битва. Круто. Пекло. Ага. Короче говоря, как впечатление у тебя от игры Джек Шепард? Пока просто великолепно, мне все нравится. Ну да. Короче говоря, вы уже услышали наши планы на эту серию, и в принципе, вот так вот оно все и будет. Но пока что все, увидимся. С вами были Джек Шепард и Артур. Всем пока. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Not gonna take